Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Валерий Бусуновский и сайт kotlinlang.spb-tut.ru. Это видеоссылка. Название, то есть адрес на сайт будет в описании видео. Значит, когда вы зайдете на сайт, нажимаете «Быстрый старт», и здесь статья «Время выбрала Kotlin и блокчейн». Нажмите. Смысл такой. Переосмысление важности момента. Мало сегодня знать язык, нужно знать язык, который заведомо идет в ногу со временем и принесет пользу людям, а значит вам деньги и удовлетворение. Удовлетворение от выполненной работы – это и есть тоже счастье, когда человек нужен людям. Я написал большую статью, которая может открыть для вас глаза на многое. Вы знаете, что смартфоны уже начали компании разрабатывать под блокчейн? Ведь пройдет 2-3 года, и это будет везде. Неужели вы себе не зададите вопрос, а почему я раньше не знал? Я бы не хотел, чтобы вы этот вопрос задавали потом. Задайте его сейчас. Прочитайте. Длинная статья. И, если честно сказать, то я день на нее потратил. Ну, не то, что там день писал. Написал я ее быстро, потому что созрела такая вот ситуация. А потом просто подправлял, чтобы до тонкости разобрать. То есть здесь рассматривается смысл, как приступить к программированию блокчейн. Далее, почему выбран именно Kotlin, в чем стратегия школы и многое-многое другое. Почитайте и не забывайте, что кому эта статья поможет. Рассказать. Спасибо.